Ребят, запомнили мелодию? Я вот сейчас запомнил, сейчас я быстро накидаю рояльчик. Так. Настя сидит в телефоне, она не грустная, это, у нее все замечательно. Она... Я тут дела решаю. Да, у нее там важные дела. Так, извините, я всем не успеваю отвечать, тут еще работаю параллельно. Прикольно, у тебя нормальный голос. А у меня на самом деле голос полный отстой и вообще не певец. Вот, но я пою, это самое страшное, кстати, сочетание. Приветики, приветики. Я не все успеваю, ребят, читать. Блин, Фан, я очень благодарен тебе за то, что ты есть. И мне приятно, безусловно, мне приятно. Так, выберем тональность ля минор. Прям до слез тронуло, да. Мы как-то сделали на одном дыхании это все. Пока я тут сидел, делал, Настя плакала. Так, сейчас темп у нас какой? Угадали с темпом сразу, 75. О, Гомосек, привет. Ну ты, конечно, эпидрильник. Так, теперь обоснуй, почему я гей. Мне интересно, прямо твоя версия, давай. Оганесян, быстро говори. Так. Че это, приезжай на студию, я запишу твой этот армянский голосок. Сделать темп. Почему? Потому что я 500 дел одновременно делаю. Хватит, уже записал разок, мне хватило. Когда я тебя записал? Слишком быстро, ребят. Темп 75 сделал. Вообще, хотите, можно было бы сделать обзор. Не обзор, а прямой эфир по созданию музыки. Слушайте, все женщины пидорасы. Ну, потому что все, кто любит члены, пидорасы. Это как бы логично. А все мужики, соответственно, лесбиянки. Ну, не все, кстати. А, так. Слишком быстро, может быть, 70 сделать темп, как вы думаете? Давайте попробуем 70. Я не знаю название этой песни, я просто какую-то мелодию придумываю. Что с вашими глазами? Простыли, а что с моими глазами? Это, наверное, просто освещение такое. Что с моими глазами? Не знаю, что с моими глазами, все с ними в порядке. Это моя студия, моя личная. Носом шмыгаю, у меня хронический насморк. Как это у меня, типа гайморит еще что-то.
не понял, что было. Вот этот дегенерат этот пел сейчас, что ли? Что за трек сейчас был? Как будет студия, если идешь с проекта? А, студию я заберу ее с собой. Я заберу студию с собой, друзья. Так. Блин. Почему в Телеграме автоматически не меняется текст на русский, если я пишу на английском? Что за бред вообще? Так. Не обижай Настюху. Я вообще ее не обижаю. Я ее люблю вообще больше всего на свете. Потолок, кстати, не разукрасили. Друзья, у кого есть... у кого есть... у кого есть графитчики, пожалуйста... Дайте мне их. Ну, короче, вы поняли. Я просто... Это видел, Надя ищет. Может, тебе поговорить? Ну, там тачки расписывают, правда. Мне нужно, короче, расписать потолок. Ой, что я наделал? Так. Так, походу здесь пошел срач. Настя молчит, потому что она сидит в телефоне. Разве вы не видите, что она очень сильно занята, у нее очень важное дело? Она сидит в ТикТоке. Я вот, так. Он занят и разговаривает с вами. Не так давно в эфире ты песню пел, ты ее запишешь? Смотря какую. Я уж не помню, какую там песню в эфире пел, если честно. Все песенки, конечно. Это у кого? Ай, господи. Я победил, короче, во всем, даже если я не пройду. О! О, супер! Так, короче, все, извините, что отвлекся, так. Слушайте, всех, кто поддержит Кристину, невозможно заблокировать. Их там целая армия, поэтому я стараюсь просто тех, кто пишет гадости, не обращать внимания. Посидел в прямом эфире, пел, когда он в студию у тебя сидел. Женя, зайди к нам за ухо. О, короче, ребята, меня, походу, позвали вести конкурс. Сейчас пойдем вместе с вами в аппаратную. Я вам покажу все. Приветики. Ну что, ты можешь пока здесь посидеть, я думаю. Еще пока не позвали. Сейчас тебе натыкают тут. Не надо мне тут ничего тыкать. Сейчас я оставлю, короче, вас здесь. Чтобы посмотреть, что тут Настюха натыкает. Почему она мне так... Вот приобрел себе маленькую девочку. Теперь я главная. Сумасшедшая, просто сумасшедшая. До слабого сигнала. Теперь это моя лаборатория.
Какая-то лаборатория у меня тут. Блин, у меня такое лицо мягкое, я вообще не понимаю. Оно как будто бы из пластилина сделано. Почему? Щечки такие просто. А нос как будто резиновый, я, короче, вообще не понимаю. Из чего у него лицо? Из каучука, что ли, сделано? Уходите. Сидит, играется, смотрите. Так, когда свадьба, вот вам все и расскажи. Если я вам расскажу, вы все Насте расскажете. Ну, не, ну, все свадьба, я реально сам не знаю, когда. Сейчас я пойду за ухом и вести буду конкурс. Катя с Артуром, ну, насколько я знаю, не вместе. Не вместе пока что. Ну, они еще муж и жена официально, но у них там проблемы. Не, конечно, могила. Сейчас я вам тут скажу, 200 человек сидит, и это никто не проболтается, да? Ребят, как исключить? Меня он бесит. Без сигнал. А, так вот. Привет. А что, звука нету? Есть звук? Вы меня слышите? Звука нету. Ёбаная хуйня, блядь.